Здравствуйте, мои милые, мои дорогие! Сегодня с вами я, как всегда, ваша Ольга. Благодарю вас за то, что вы смотрите меня, лайкаете, пишите комментарии, обратную связь мы всегда с вами держим. Благодарна вам во всем. Итак, сегодня давайте сделаем такой расклад. Что вещает нам Архангел Метатрон? Высшие силы подключаются. И сейчас я на этот сеанс попрошу прийти Архангела Метатрона и возвестить вам вести. Итак, дорогие мои, а теперь просмотрим. У нас будет три варианта. Первый, второй и третий. Те, кто единички, что вам вещает Архангел Метатрон? Первая карта – ангел. Это говорит нам о том, что вас слышат небеса. Архангел Метатрон вещает. Здесь любовная сфера, любовные отношения. Те, которые высшие небеса оценили и послали для вас. Но сейчас как-то сложное, запутанное положение между вами. Ну, будут какие-то новости. Ждите новостей. Новость одна будет сменять другую. Будет касаемо новости вас и вашего дома. Где-то есть сейчас у вас просадки, где-то есть нересурсность. Смотрите, карты сами падают. Но, возможно, у вас начало какого-то нового периода. Для кого-то, возможно, беременность, кто-то меня в положении смотрит, либо вот-вот забеременеет, либо что-то новое войдет в вашу жизнь. Да, и это новое укоренится. Это вам по судьбе. Но вы это все получите тогда, когда что-то отдадите во Вселенную, потеряете. Потери могут быть разными, не обязательно надумывать себе что-то плохое. Порой с нашей жизни уходит именно то, что нам не нужно. Но всегда зону комфорта сложно терять. Но вы должны отпустить прошлое и дать новому вашей жизни прорасти. Вот. Это касается вашей семьи. Вот сейчас карта семьи не в ресурсе. Если у вас есть семья, и есть какие-то неполадки междуличностные, здесь возможно обновление, да, отношений, возможно беременность, роды, ребенок. Если вы одна, то к вам в вашу жизнь придет однозначно мужчина, но это будет связано не только с именно спутником жизни, также в жизнь идет что-то новое, у кого-то будет новая работа, новое дело. Каждый будет примерять на себя, мои дорогие. Итак, что Архангел Метатрон вещает двоечкам? Карта Солнца, мои хорошие, солнышко, как же это прекрасно. То есть в вашей жизни наступает какой-то продуктивный период. Очень продуктивный, под конец года, видите? Но, а есть всегда но. Вот здесь, можно так сказать, было вот какое-то у вас счастье, может женское, может семейное. Ну, так кажется, что кто-то его ворует. И на самом деле крадники – это не редкость, это часто очень. Здесь-то очень вас что-то в жизни, ситуация по сердцу, да, рубанула, можно так сказать. Время пошло вспять, не на пользу вам. Связано также это с каким-то обществом, окружение, общество, которое для вас нересурсное. Вам нужно осознать, среди неясности и тумана есть какой-то обман. Вот вам необходимо выйти с этого окружения однозначно. В жизнь придут судьбоносные моменты. Кому-то придет судьбоносный мужчина, кому-то придет судьбоносный путь. Но путь этот будет благополучие, дары, изобилие, мои хорошие. Вы обретете счастье. Пока подкова у вас перевернутая. Это говорит о том, что вы сейчас не в своих счастливых событиях. Вы пока не знаете, к чему вы идете. Дерзайте. Итак, и что нам троечка, да? Смотрите, Архангел Метатрон вещает. Какой вы титульный человек. Если вы мужчина, вы вот такой вот весь влиятельный король.
Если вы женщина, переворачивайте на себя, у вас есть такие задатки мужские, лидерские качества, но вас видят сильные мужчины. Порой надо все-таки быть женщиной, извините меня, показать свою слабость. Женщины и так у нас в нашем мире привыкли все делать сами. Но для чего нам тогда мужчины? Мужчин надо стимулировать, зажигать в ихних сердцах огонь, потому что все быстро приедается, мои хорошие. Ну, Архангел Метатрон говорит, что вы не можете найти свой путь. Вам нужно вспомнить там, где вы сошли с этой дистанции, и найти свою правильную дорогу. Вы сейчас, может, не в тех ситуациях, которые вы должны быть. Никак не причалит ваш корабль к нужному берегу. Ждете, возможно, каких-то новостей, может, с каких-то инстанций, какие-то документы. Вот очень ждете. Возможно, вы что-то написали, подали, ждете обратный ответ. Но вы еще будете ждать. Как-то делу конца я еще не вижу. Хорошенько продумайте и поймите, правильным ли путем вы идете. Я вам говорю, что не тот путь, вы можете бросить это. Но у вас есть такой паттерн, вы можете все равно довести дело до конца, как говорится, умереть и возродиться, как словно птица Феникс. Многие, кто будет смотреть, это будет знак Скорпион. Но не обязательно, не у всех может так проиграться. Знаете, на своих ошибках люди учатся, вот те, кому тройка выпало. Нужно на чужих, но вы будете на своих. Вы готовы, да? Лучше я испытаю свою судьбу и пойму, куда мне идти дальше. Но здесь также хочу сказать, есть предатели. Люди-предатели в вашем окружении. Вот вы на ближайших событиях будете взвешивать и понимать, кто друг, а кто враг. Негативное окружение. Выйдите с этого окружения. Уберите со своей жизни ненужных людей. Мои хорошие, а я благодарю вас за то, что вы всегда со мной. Благодарю за то, что сейчас в этот прекрасный день, а у кого-то может вечер или ночь, вы сейчас слушаете, смотрите меня, следуйте моим советам. И я жду вас на своих сеансах.